Skoda A5, снимаем фару. Нам надо будет снять бампер. Вам, возможно, нужно будет поменять лампочки. Откручиваем вот такую вот пластиковую гайку. Здесь вот грани сделаны специально, потому что бывает он прокручивается. Можно будет держать его. Ну, у нас все нормально. Снимаем. Откручиваем гайку. И отщелкиваем рычажок. Вот тут такой специальный рычажок. Тянем его на себя. Все. Фару можно вынимать. Доступ свободный, можете менять. Вот так вот выглядит механизм, там где крепится фара, фиксируется. Но если вы будете менять лампочки, лучше всего снять ее, там недолго, вот фишку отщелкнуть. Здесь фиксатор тоже есть своего рода, но здесь уже сломан. Также, если вам понадобится поменять лампочки в противотуманных фарах, мы вот эту решеточку тянем просто на себя аккуратненько. И здесь у нас два болта под ешку и направляющая. Смещаем ее в левую сторону после того, как открутим болты. И можно будет заменить и здесь лампочку. Что касается замены лампочек, нет ничего сложного в принципе. Смотрим, все вытягивается, все ставится обратно. Здесь вот фиксаторы такие. Открываем. Здесь усики отгинаем. Внутри за моей рукой ничего не видно. Вот они. Один. Вот второй. Раз. Все, поднимаем их наверх. И лампочка у нас уже здесь, пожалуйста. Также самое здесь, вот снимаем пыльничек, такие же усики, снимаем, меняем лампочки. Все, сейчас поставим фару обратно и порядочек. Ставим фару обратно, защелкиваем ее. Рычажок у нас этот по-прежнему вытянутый, ставим на место. Слышен характерный щелчок, рычаг обратно и закручиваем нашу пластиковую гайку. Вот и все.